Эти стройные ряды спецтехники призваны очищать Самару от снега и защищать от наледи. Новые и современные. Они выстроились, как на параде. КАМАЗы, тракторы, автогрейдеры, погрузчики, снегоуборочные машины и еще десятки видов спецтехники. В преддверии холодов на площади Куйбышева прошел общегородской смотр зимней техники. Каждое муниципальное предприятие продемонстрировало модификации имеющихся спецмашин. Готовность техники к зиме проверили глава Самары Елена Лапушкина, первый вице-мэр Владимир Василенко, а также руководители профильных департаментов. Понимаем, что со дня на день будет первый снег, поэтому разговаривал сейчас с руководителями всех предприятий. Все абсолютно доложили о том, что они переоборудованы, что они готовы к работе в зимний период времени. На площади Куйбышева экспонируется 158 единиц техники. Всего в арсенале городских структур грядущей зимой будет свыше 500 единиц. Дополнительно предприятия заключают договоры на привлечение техники, которая в период обильных осадков будет вывозить снег на полигоны. К тому же скоро автопарки муниципальных предприятий пополнятся новыми железными бойцами со снегом. Новая техника будет в этом году закуплена для содержания дорог. Стандартные машины дорожно-коммунальные, плужно-щеточные погрузчики, как большие, так и маленькие. Малая механизация для содержания тротуаров, будут закупаться лаповые погрузчики для погрузки снега. Также будет закуплена техника для содержания катков. Уже заготовлены все необходимые противогололедные материалы. Завершается подготовка муниципальных снежных полигонов. В этом году их 4, готовых принять свыше 900 тысяч тонн снега. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.